Привет, друзья мои, это Александр из Зеленограда. Решил снять видео по поводу, как ремонтировать ручку на стиральной машинке. У нас машинка Кайзер древняя, в 2004 году мы ее покупали, и на ней сломалась ручка закрывания дверки для загрузки белья. При разборке этой дверки оказалось, что там не просто она сломалась, а вдрызг сломалась. Сейчас я покажу на видео, как я ее реанимировал, как вывел в нормальное жизненное состояние. Пришлось приобрести новую ручку на Митинском рынке. 1350 рублей она стоила. Ну, собственно, и все. Вот так выглядит упаковка от ручки. Если кому нужен номер для заказа, переписывайте. Чтобы проще было ремонтировать все, нужно вам снять крышку стиральной машинки полностью. Вот эти два болта с звездочкой ключом выкручиваете. Я по ошибке открутил вот эти вот два болта и полностью снял крышку. Вот так выглядит ключ для откручивания звездочек. Этим ключом вы легко откручиваете. Далее берете крестовую обычную отвертку и откручиваете по кругу вот эти вот винтики, шпунтики. Далее поддеваете отверткой или другими подручными средствами и разделяете вот так вот, как на видео. Поднимаем вверх, и нашему взору открывается, собственно, замок. Аккуратненько достаем штырь вот этот и вытаскиваем части замка. Ситуация очень сильно осложнилась тем, что часть крышки просто отвалилась. Но хорошо, что она не потерялась. Теперь вот эту часть крышки нужно будет зафиксировать. И я буду рассказывать, как это я делал. Вначале я сделал первоначальную фиксацию клеем под названием Paxipol в трех местах. Чтобы деталь держалась. Далее я взял скобы от скрепок и загнул их нужным образом, вот таким вот образом. И далее я их вживил с помощью паяльника. Прикасаясь паяльником, они нагревались и входили внутрь. Также и с другой стороны вживил паяльником. Вот так выглядит клей, которым я пользовался, Paxipol. Этим же клеем я сверху еще фиксанул вот эти скобы, замазал их. И как видите, я еще скобу вставил в нижнюю часть горизонтали. Вот так выглядит крышка поставленная. Очень сложно ее было ставить обратно, но каким-то вот образом так вот поставил. Ну вот мой скромный труд. Если кому-то видео пригодилось, понадобилось, палец вверх, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, чем могу, помогу. Ну давайте, не болейте, будьте здоровы, счастливо, пока.